Prepare for battle! Дорогие друзья, вы смотрите канал «Таёжный Роман», и сегодня мы едем ловить лещей и изей, тех, которых мы вчера не поймали. Кто-то в МЧС позвонил, весна сразу пришла. Мужики, спасибо. Смотрите, сегодня 26 число, хожу поверху. Блин, может сразу на снегоходе поехать? Да не. Если вот сразу на снегоходе поедешь на берег, то рыбу вывозить ни хрена не поймаешь. А вот если так пойдешь, то поймаешь. Короче, сегодня 7 часов уже на ногах. 7 часов. Уже много всяких полезных дел сделали с батей. Интересных, полезных, но не для канала. Вам такое нельзя показывать. Не, вы не поверите. Окунь пролежал, и, блин, вороны не нашли. Охренеть. Середина апреля надо открывать охоту. Не с конца апреля, а середины. Вот я бы по насту бы проскочил и медведей бы поискал. Раньше как-то проще все было, блин. А сейчас они, блин, с 26-го. Боятся, что кто-то поедет там лосей колотить. Ребята, кому надо, они без лицензии наколотят. Им и медвежья лицензия не нужна будет, чтобы с оружием ездить. Ладно, выезжаем. Все, хватит болтовни. Увидимся на ходу. Не было аварии первой. Рябка какая-то тут, блядь, взялась. Ну, вроде не сильно. Погнали!
Жаль, что ты ее не видел. Мой фантом несется на сток. Мой фантом несется на сток. Все на месте, дорогие друзья. Стали вроде так, как надо. Ну, если что, потом. Потом будем посмотреть. Вроде все четко должно быть. Начинаем рыбалку. Батя у меня не хочет. Вчера он увидел, сколько я поймал. Так что. Куда, говорит, я столько? Я говорю, блин, завялю, законсервируем. Я вчера приехал, пока всю рыбу перечистил. Ну как всю, лещей-то я не чистил. Лещей, так у меня покупатель нашелся на лещей. В общем, какая-то копейка будет. А лизей я это... А езей, короче, я половину почистил, от чешуи даже почистил, а половину я просто, это, что-то я, а половину я это, просто вскрыл. Сейчас немножко рыба тут успокоится, подойдет. Я тут пошумел. Должна брать. Сегодня, кстати, я приехал даже раньше на полчаса, чем вчера. Не знаю, что, может быть, вот туда немножко надо. Ну, будем смотреть. На левую удочку была поклевка. Что-то разик дернуло. Все. Вот, клюет, 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 клюет. Есть! Ух ты, ее красота, тянет в эту удочку. Сейчас соберу нафиг все. Странно, поплыло где? Вот он. Вот ты, лещ, лещ. Ее красота, лещик. Так. А я, блин, сижу пакета. Пакет не приготовил. Хороший какой лещик. Фосфорка сработала. Так, мне нужен пакет. Кто, у кого там это? Кто там работает на пакетной фабрике, блин? Отпишитесь, блин. Мешки нужны всегда. Вот такие вот всякие толстенькие, только под рыбу. Мешки в цене. Так, одного дернул. Батя попросил позвонить, когда я поймал. Когда я поймаю леща. Вот смотрите, пиявки. Видите? Пиявки на них эти. Рыбья. Сейчас бате позвоним. Лещ! Да-да. Так что ладно. Давай, Ваня, давай, ну. Он говорит, зараза, уже поймал. Позвони, говорит, когда леща поймаешь. Первого. Ну. Блин, клюет уже, зараза. Ну, я и позвонил. Да. Вот так вот уже день удался. Уже
Первый лечь, главное, с утра почему-то езде нету, сразу лечь клюну. Это уже как бы радует, радует. О, клюет, 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 клюет. Есть. А, кто-то мелкий. Вроде. Я что ли? Не понимаю, не понимаю, не понимаю. Якоря, лишь бы не это. Что там, блядь, такое? Возьмем? Возьмем. Навялим. Есть? О-о-о! О, как спиннинг гнется-то. О-о-о! Отлично, лещик. Отличный лещик идет. Сорвался лещик. Прямо перед лодкой. Сорвался лещик прямо перед лодкой. Ну, бывает. На левую клюет. Есть. О, хорошее что-то, хорошее. О, лещик, наверное, идет. Килограммовый. Может, 2-3? Язик, язик, язик. Язь прикольно чистится легко. Чешуя. Вчера на консервы чистил, так. Вообще легко, быстро, блин. Вот самое нелюбимое — это, конечно, у меня окунь, блин. Того шкрябать — это капец, блин. Удочку. Есть. О, отлично. Хотел давно вам такую рыбалку показать, какая у нас бывает раз в год. Что там, язик, язик, язик. Хороший язик. Смотри какой. Ух. Ну что, сидим, ждем. Сегодня рыбу всю будем брать, наверное. Язей, лещей, окуней. Сегодня в городок отвезу там знакомым. На сегодня я буду рыбачить до 3 часов, скорее всего, дня. Ну, до 4 крайний. Крайняк до 4. Потому что еще надо все перечистить. Успеть. А еще сегодня в город ехать опять. Поэтому сегодня день так покороче будет немножечко у меня. Кто-то идет, дорогие друзья. Точнее, кто-то. Причем кто-то хороший идет. Ладно, не буду вас трещоткой это мучить. Лещик. Лещик. Лещик идет. О, как давит-то, а? Смотрите, какой хорошенький. Далек. Мой фронт месяца на восток. О! А, отлично. Отлично. Просто отлично. Еще кто-то к нам идет. В гости. Ясь. Встреча с подписчиками. Подписчик Ясь. Берем, берем. Конечно, берем. Опа! Клюет на правую.
Есть. О, как гнет-то, а. Ох, как гнет-то, ох, как гнет. Как гнет, как загибает. Что-то хорошее. Смотрите, крокодил как гнется. О, лещ какой идет. Сорвался, зараза, опять. Что там, блядь, мормышка опять, что ли, у меня выгнулась? Да нет. Просто сорвался сам по себе. Захотелось так ему, он ушел. Не захотел с вами встречаться, блин. Зараза. Борода, бородка. Смотрите, как покажу, как ее распутывать за 5 минут. Скидываешь все с катушки. Абсолютно все вот это вот запутанное. Раз. Раз. Так, тут тоже петля. Тоже берешь ее, скидываешь. И потом заматываешь. И все. Так вот бороды. Раньше-то об этом я не знал. Это опыт. О, клюет уже, ёпросте. Сразу. Сразу. Сразу идет ко мне моя рыба. Рыба идет. Два, блин. Смотрите, парочка. Сейчас покажу. Парочка. Два изя, что ли, или яси, лещ. Опа. Два штуки. Отлично, берем. Берем. Один. Опа, дуплет. Дуплет. Это второй. На вялку. Вчера, кстати, миска икры была. Целая миска. Опять поклевка. Опять мы тащим. Лещ, наверное. Хотя нет, ясь должен быть. Потому что утопил. На вялочку. Вот он. Отлично. Жирный. Вяленый. Ясь. Так. Есть. Только бросил. Сразу есть. Причем на ходу клюнул. Ну, ясь, походу. Пиво что-то тут замоталось. Опа. Берем. Шло, наверное, полчаса. Ни одной поклевки. Ну, что делать? Будем сидеть ждать. Тут вот старый хлеб в пакете повесил вот так вот. Воды туда налил. Чтоб размокал. Будем подкармливать хлебом. Вчера была у меня подкормка зимняя. Сегодня я ее не готовил. То есть у меня с зимы она оставалась замороженная в морозилке. Вчера я лещей кормил. И сегодня у меня ничего нет. Вот взял старый хлеб. Тоже так. Насобирал, морозилку убирал. Небольшой, дорогие друзья. Сейчас, наверное, даже вздремнул. И тут что-то стало клевать. Одного изя я вытащил уже. Одного поймал. Вот вторая поклевка была. Лег вон тут прям. Не клевало, а что-то на солнышке сморило. Думаю, нафиг, посплю, лягу. Ну и в общем вот дрых.
клюет опять. Зараза. Есть. О, хорошее что-то. Прям огонь. Разворачивает. О, лещик. Хороший лещик. О, взяли. Пока я тут, значит, лежал, рыба подошла. Рыба подошла, пока я тут лежал. Главное, вот удочки стояли, да, ничего не клюнуло. Ни на одну, ни на вторую. Пока стояли. Сейчас начал шевелить немножко. Стало врать. Лещик, нет? Похоже на лещика. Не, язик. Язик. Язик тоже нужен. Язик — хорошая рыба. Посварка сработала. Язик на концерт поет у нас. Весна. Весь мусор. Речка гонит в озеро. Ну, какое дерево плывет. К нам едут гости. Едет большая аэролодка сюда, в эту сторону, судя по звуку. Тоже рыбаки, наверное, на вечер. А может, закармливать места поехали. А может, на разведку, не знаю. Ну, в общем, сейчас сюда ко мне подъедут, это по-любому. Что-то как-то, короче, херово клюет, честно скажу. Вчера как-то лучше клевало. Смотрите, как кочегарит. Сейчас увидите. Это вообще, конечно, жесть. Но слушайте звук какой.